Друзья мои, всем привет, вы на канале Пиратская жизнь. Смотрите, у нас что сегодня? У нас сегодня огромный ужин, который мы сегодня купили на рынке. Давай так, сделаем заставку. А лучше вот эту палочку возьмем вот так вот. Да. Все, приятного всем аппетита. Так, смотрите, у меня салат вот такой здоровый. Смотрите, вот лоханька вот такая вот салата с морепродуктами. Вот здесь у нас ребрышки. Это маленькая порция. Это маленькая, в общем. Вот это нам все обошлось где-то 600 бат, короче. Да, 600 бат, потому что 340 у нас ребрышки плюс хлебушек и 250 салат. Вот, плюс нам еще какую-то траву дали. Типа, нате, пожрите. Не знаю. Я не знаю, что это за трава. Сказали, что полезная какая-то. Я не знаю, что это за трава. Ну-ка. Ой, фу, прям. Да, мне не нравится. Я не козёль, я траву не ем. Так, давай пиво. Я хочу пиво. У нас есть пиво. Надо отметить это дело. Так что давай, вставай. И это. А Вована, кстати, с острыми. Вот это. Там, кстати, был лимончик, надо было им полить. Я полил. Ты полил? Ему, кстати, столько этих мидий наложили. Устриц. Это устричный салат. Прикольно. А у меня мой продукт. Кальмар. Я тоже люблю что-то. Ага. Салат с морепродуктами. В общем, старалась красиво. Давай. Беги, запьем. Я закрою. Чтобы не прерывать съемку, смотрите на меня. Смотрите на ребрышки. Он просто как всегда в трусах и сихует. Зря. Пиво появилось. А мы знаете, какое пиво взяли? Чан. Лёгкое. А где у нас открывашка есть, кстати? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Видите? Мяско есть. О, вот так будет держать. Давай, тащи. Возьми открывашку. Пиво. Пиво, чтобы пысь открыла. Честно, не хочу просто видео прерывать. О, видите, мы так поливаем. Столько она этого салата наваляла. Капец вообще. Я говорю, нифига себе. Бабану зачерпнула аж прям, знаете. Давай. Вов, вот здесь вот есть открывашка. Куда ты полез? Ну вот есть открывашка. Ну вот и садись. Ну, давай, садись. Сейчас ну сядь. Значит, твои трусы спалю. Точнее, их отсутствие. Давай. Я дико извиняюсь. За Вована. Голова. Голова Вована. С писькой большой. Ну давай тогда. Ой, прям фантазер. Нет, давай это вот так еще делай. Кстати, я вниз оттуда. Отмечаем приезд. Да. Ну, за нас, за вас и за спецназ. Кстати, хорошо, так мы устроились, столик. Все дела. Так, пивко. Так, мой салатик. Капуста какая-то наваляла. Туда-сюда. Я не понимаю, как они пластиковыми этими вилками едят. Ни хрена запрет. Зацепь. Ты без стола, и кушала бы. Он с чесночком. Да. Слушай, а у тебя вкусный такой салат, вот это с устрицами. Блин. А у меня прям креветки. Здоровые такие. У меня с этой, с тунчёткой. Смотрите, какая креветка. О! Здоровая. А? А? Ну, вот, кстати, вот соус. Для рыбушек. Нет, добавь. Вот, кстати, мусор. Не шаришь. Вот, мусор. У меня тоже, кстати, мидии острые. Я тут подумали, что нам хватит только салатика. Когда увидели объем. И я, нам салатик хватит. Исключить там. Мы поняли, что нам все хватит. Да. Ну давай. Как бы в Таиланд, как говорится, был не последний раз. Ребяточки, ой, чин-чин, ой, чанг, с вами. У нас тут полноценный такой ужин. Честно, что-то мне неохота там, знаете, в жаре, на рынке, шахаться. О, смотри, ну чего же.
Так, кстати, хотела такой салат. Ты тогда его искал. Сиафуд салат. Например, кальмар. Хочешь? Кальмар. С помидоркой тут со всякой разной. Он такой, знаете, диетический. Я сказала. Он такой, опять креветочка. Хвостиками держим и вытаскиваем. Угу. Вкусно. Да. Давай. Это, кстати, прикольный вообще соус. Он какой-то, знаете, с соусами. Соусами. Да, еще лука она туда вырвала. Сухого. Нифига чего. Надо приличненько. Жадного. Да. Ой, у меня одни кальмары. У тебя острый. Вот у меня он вообще не острый. У меня чуть-чуть. Он вообще не острый. Это соус такой. Нет, лук красный вижу. Капуста какая-то. На зелень. Кушай, Иван, кушай. Ленинград. Еще что-то. Тебе надо, понимаешь ли, устрицы, они поднимают, понимаешь ли, это... Я ничего не поднимаю. А либидо мужское. Хайпушка. Ну что, бомжи, наверное, ой, бомжи даже не мог себе отдых позволить. Не можем. Едим только устрицы. Лоханины. Угу. Он же прям. Я просто, знаете, иногда вот читаешь комментарии. Так смешно. 25 лет им исполнилось. Чангу? Да. Угу. 25 лет как делают пыль. Ребер. Что-то я смотрю, такой раз. Две упаковки ребер, этого нифига себе. Мы там зашли. Вытянул нам на 310 грамм. Это 310 бат. Угу. Там она длинная была. Я пополам. Угу. Потом это в каждую ложку. А говорит, много едим. Чисто вот салатик и мясо. И там. Что-то есть, да? Что-то есть, да. Вот смотри, сколько кальмар. Вообще, порция гигантская. Что, у меня какой-то теплый салат? Ну, раз ты просто был нормальный. Конечно. Угу. Блин, устал. Поэтому надо пиво запивать. Пиво и вода. А, пиво и молоко. Молочное. Немножко. Что, как тебе твой остр? Нормально. Вкусно. Одни эти. Вот, считаю, в общем. Кто-то говорил, что много нельзя их есть. А mm-hmm. если делать такие салаты там, я фиг знает, сколько этих устриц чищенных. Блин, капусту-то вымя. Чё, капусту видать, не ела. Устрица. Ну, покажи ребятам. Ну, и огромный конь. Прям реально конь. Дай-ка мне его. Вот вилла нам тебя зачерпнула. У меня дома есть это, для пельменей, шумовка такая. Она диаметром вот такая, даже больше, вот такая. И она вот такой вот шумовкой просто зачерпнула ему устрицу. Там причем так это прилично, я думала, ну сейчас это что там много. Нифига это все ему. Обалдеть. Вот в этой лоханьке, кстати, ну грамм 700. 600-700 грамм. Да. Вот мне что нравится, на этой таладе они вообще по этим не скупятся.
Тут просто огромный порция. Ладно. По порции. Сейчас пришли мокрые, как мыша. Ты хотел одно в рот глядеть, но отсюда его видно. Нет, в следующий раз надо говорить «ну, спасибо». Для них чуть-чуть это... Даже если скажешь, что он спасись, он все равно будет острый. Угу. Не мог кто-то так готовить. Сюда. Чтобы ноу спайси было, как так? О, блин, острый не могу. У нас прям... У тебя острый? У меня острый. Я не знаю, откуда. Там, иди. Здесь вот, вот, видишь, вот этот мини красненько? Вот это перец. Ну да. Это кальмарчик. Креветочку, на, попробуй. Все равно хорошее. Тему, что за морепродуктами приехали, правильно? Хотя мясо и мы дома пожжем. Еще надо с этого рыбу взять. Там была 120-130. Я не знаю, я, понимаешь, она помяла, вот, видишь, острая. Она чуть-чуть Рундурка. Уже начала туда это, а потом уже это вспомнил, что видишь? Нужно это. Рундурка. А потом она уже такая, ну, спайси, чуть-чуть. И туда такое ощущение, как будто она туда еще больше накидала. Чуть-чуть. Не, мне, в принципе, нравится острое. Мы тогда, помню, ели грин карри, мне очень понравилось. Но мне просто и нельзя такое острое. Я сейчас еще таблеточки выпью. Чтобы меня отозвалось. Чтобы, пардон, с попой потом горящей не бегать. А, видишь, что же чуть-чуть? Причем она так это помельчила. Такое ощущение, что она в ступке его разбила. Да. Вот этот вот мелкий вот этот красный перец. Это такая зараза. Чили. Чили, да. Он не такой злой вообще. О, мне вот этот нравится. Хочешь? Смотри. Что это? Видишь? Ты же любишь макароны. Ну, в смысле, спагетти, хочешь? А, вот я тебя зачерпну. Давай. Приятного аппетита. Салфеточки берем. Лук красный. Хотя, я так понимаю, каким-то там уксус, что ли, бывает. Да. А у меня тоже, смотри, видишь, и мидия, и устрица полно. Вот все сколько. А это мидия. Это устрица, у меня мидия. Прикольно, да? Ну, продукт. Нам еще, знаете, какой здесь салат в прошлый раз зашел? Это папайя салат. Тоже очень вкусный. Что-то мы тогда его переели. Там. Да, что-то мы его тогда переели очень. Ну, в этот раз не было. Кстати, этой девушки не было там. А больше никто не делает. Кстати, рынок расширился прям реально. Мне кажется, он расширился из-за того, что это кабана открылся. Ну, и турики подперли. Угу. Там, да, они, в принципе, на этой рынке, да, ехали. Там заблинились. Угу. Они, в принципе, на этой рынке, да, ехали. Просто это первый рынок на Джамтене. Вот, и поэтому такой популярностью Начали. Пользуются, да. Рынок с мельницей его теперь уже можно называть. Угу. А сейчас, кстати, проходили, там уже какой-то рынок появился не с мельницей, а с этой. Там какая-то. Башня какая-то, как маяк, типа. Да-да-да. Вот. И там краб. Угу. Нарисован. А там ты видел, сколько вообще? Там вообще здоровый. Там, я тебе говорю, посередине идут эти, продают также шашлычки, фрукты, mm-hmm. и прочее. Там смузи. Сейчас вы знаете? А по краям mm-hmm. стоят кафешки с столиками. Знаете, вот раньше, короче, был смысл ехать на рынок, который не типразитель. Сейчас, мне кажется, на этот рынок вообще нет смысла ехать.
По Джамтьену проехался на тук-туке. У тебя 5 этих рынков минимум. А еще сколько этих макашников? Просто обожраться. Ты когда есть начала, я думаю, о, вообще не острый. Какой кайф. Ага, потом долезла, блин, до этого перца. Капуста, они, конечно, дофига кладут. Ты как, вкусно любишь? Как всегда. Да, они здесь очень вкусно готовят. У меня сейчас уже подостыли, нам прям это горячие продают. Он такой делает ребушки и эти как вот и карбонат. Угу. Запекает в тандыре. Причем как по видео уже минимум 4 года это делал. Угу. Видишь? Че, ну, соус макай. Я уже наел. А честно, я сейчас пришла и яиц хотела. А сейчас туда-сюда погрызла. В принципе, мне вот одно сало подхватило. Тут наши пирожки лежат. В холодильнике, правда? Угу. Сок чай не взяли. Надо было чай взять. А Денис пирожки принес. У него мама пекла. У нас в костюме. Подкармливает нас. А то вдруг мы похуднеем. Слушайте, я так подумала. У нас здесь такой хороший стол. Я сейчас убрала ноутбук, зашибись, мы сидим спокойно, кушаем. Мы, наверное, не будем шарахаться по рынкам. Это, конечно, романтично, но там жарко, там душно, музыка орёт. Проще, мне кажется, домой набрать вот это все. Пришел аккуратненько. Да, привелся. Что там, там что-то? Спокойной обстановке. Там нам, наверное, только пиво пьют. Угу. Так, короче, я тут выбираю мини. Ну, с трусом. Что же? Я сейчас попрошу это, ну, спать. Тебе понравилось твой салат? Да. А что, ты выбрал мини и все? Не точно все выбрал. Угу. Ну, чисто морики выбираю. Мы забыли взять это. Ты хотел это японские там. Ну, японские десерта. Угу. Мы нашли. Мы то, что видели. Ну, там акции сейчас нету. 289. Ну, мне кажется, это дорого для такого. Значит, это почти 1000 рублей. Если такое перевести. Угу. Не, когда он был по акции, два. За 289 был, да? Ну. Тогда нормально было. А сейчас? Дело в том, что сейчас он, наверное, свежий. Ну, я понимаю. Сейчас полежит, а завтра будет акция в него. Ну, вот завтра сильно. Нам все равно дает. Я не поняла, у них симок не было или что? Да. Почему такой дорогой? Тариф там откручено. Я же тебе показал. Что? За, блин, 300 бат это 80 гигов, это гигов. И что, у них типа теперь нету безлимитки, что ли? Безлимитки нету. Угу. Безлимитка для турки столько стоит. Угу. Я просто как объединились. Не испортилось. Туристическая симка, она стоит дороже сейчас. Может, мы что-то не поняли. Ну, типа, у меня спрайс там написано. Скорость 5G. Mm-hmm. Вот. Стоит 300 бат. Да вообще нам на самом деле, в принципе, не особо. Да, на блин 30 дней. Вот ты сейчас, кстати, включил интернет. Я подсосалась, все сделала и все. Да не, я больше не хочу. Все. Здесь какая-то жидкость такая. Там, у меня уксус, например. Я лучше ребушку поем. Острый. Надо сейчас найти эту
мусорку, где здесь находится. Ой, какие невкусные. Как гриль. Мусорка на улице, в мусорные ящики. Да нет. Мне кажется, должно быть. Типа мусоропровод? Да. Как Монако. Блин, какие рыбушки вкусные. Маленькие. У меня сегодня полки остались. Давайте им берем. От лимонгаса. С соусом. Это лук. Соус. А потом взял этот сушеный лук, как чипсы. Такой. Сыпал так. Обильно. Прямо обильно. Половником хера. Нормально. Обильно так посыпало. Не жалеет, конечно, вообще. Такие лоха не делают. Ну, что трава салат? Вот эта, я не понимаю, что это трава. Она говорит, полезно, вкусно. Что я пожевала, он говорит, вообще просто бяка. Тебе не понять. Только мне. Понимаю. Кстати, может быть, поэтому они какую-то там травку жуют. Да. Поэтому они хорошо переживают. И худеют, да? Сахарный диабет и прочее. Слушай, может даже, по-моему, даже освещение неплохое, да? Судя по картинке. Ну, это будем делать здесь, в мукбанке. Нет, определенно в этот раз мне квартира намного больше нравится. Во-первых, она просторная, здесь реально есть где развернуться. Вот. Здесь шикарнейший, обалденный вид. Я сегодня вышла, я прям просто охуела. Вид просто обалденный, на миллион. Ну и какая инфраструктура, все рядом. Мы сейчас домой, после массажки, дошли просто пешком. Причем массажка, она практически в начале GMT. Нормально дошли. Я вам говорю, если мы хотим вкусно жрать, то надо много двигаться, хотя бы. Вот, то есть нужно это сгонять. Разве фигово? Вдоль морюшка идешь, тебя ветер обдувает. Кстати, смотрите, какие красные. У меня вообще, смотрите, видите? Жесть, да? Вот это прям приход. Это я вообще сегодня не сгорала, я практически в тенечке сидела. Смотрите, видите? Вот. У меня все сиськи, блин, красные. Видите, у меня как купальник был закрыт. Вот, лаван тоже весь красный. Морда, как будто бы меня уже выжила, хрен знает сколько. А мы всего это только первый раз взяли пиво. Вот реально первый раз. Весь день, да? Да. Вот салфетки, да. Буду бухал весь день. Забухал. Это первый раз давно. Это за приезд. Потом мы будем стараться не пить. Да. Будем пить меньше. Да. Маленькими бутылочками. По 0,33. Да. Возьмем макроящик. Кстати, вкусный ягчан. Ящик, да? Ну, завтра как раз на закупку едем, да? Ящик пива. Тебе холодильник разброшу? Есть? И будем пить его. Блин, ребра вкусные, обалденные. Очень вкусные. Ну, все с какой прелести. Ну, тут как-то интересно, продают. Есть упаковка, где две бутылки по 0,6. Есть упаковка, где три бутылки по 0,6. А есть, где четыре. Вот непонятно, как это рассчитывать. Типа барбекю соус. Вкусный. Да. А вот это кисло-сладкий мед, да? А это откуда? Чё? Соус. Серебряный. А этот? Оба. А вот тот? Этот кисло-сладкий, китайский. Ну, тогда был этот. А это барбекю. Это один остренький, а один не очень. Он спрашивал. А они оба не острые. Сейчас, значит, кисло стал делать. Я вам показываю, смотри, 4 года назад. Обалден. Там черненький. Просто какой девушка рыбака. Он человек рядом стоит. Это парень был. Ну разве что она пол сменила. Я говорю, рядом девушка у него, которая продавала эти какие-то сладости. Нет, я просто говорю, что это видео, когда было. 4 года назад там девушка была, работала вместе. Они вместе продавали эти рёбушки. Они продавали рёбушки и курицу.
Так, ребра и карбонат. Это специально шла. Мне этот кисло-сладкий нравится. Прикольно. Там вяло, жареная грудинка в луке. Прям жареная. Прям в усмерть жареная. В масле. Ты сегодня ел рурку, и там еще вот сверху это хрустящая такая свинина. Вот она примерно так и делается. То есть берут кусок вот этой грудинки с кожей. Ой. И бросают его в масло кипящее. Ребрышко. Так, ребята, в кого там ребрышком кинуть? Я помню так. В комментарии кто-то писал, говорит, скиньте в меня ребрышко. Приезжайте. Приезжайте, скинем. Да. Кстати, собак много. Может, косточки отложим? Прикормим. Карму себя отмоем. Так, пакет. Те, да. Которые охраняют, да? Да. Пускай грызут. У меня много мяса сейчас. Она прям такая нежная, это вкусная. Мягкие. Это барбекю вкуснее. Где шар носить мусор? Я отдаю. На улице. Вещи. Ребята, важное объявление. У нас роликов иногда может быть много, иногда мало. В день нету смысла выкладывать более 6. Потому что люди не успевают их смотреть. 6 иногда не успевают. Вот. Поэтому, если вдруг у нас видео было снято там 7-8 штук, то оставшиеся ролики, они будут приходить на следующий день. Соответственно, если будет у нас профицит этих роликов, то, возможно, будет отставание там 4-5 дней, 6, не знаю, как получится. Но действительно очень много хочется вам всего снять, всего показать, поделиться своими эмоциями. Вот, что-то может быть полезное рассказать. Поэтому как-то так. Но ролики будут выходить в порядке развития событий. Вот. Хорошо. Смотрите нас как сериал. Это видео, скорее всего, вы увидите утром. Так что кто с нами завтракает, может быть, поздно ужинает, приятного аппетита. Ребрышко однозначно рулит. В следующий раз можно рыбу взять. Также прийти и сожрать. Дома. Дом. Родной дом. Дом с ветхом. Ой. Мечтается, всю лоханьку съел. Устриц. И нормально. Паша пугает. Поначалу-то, блин, много не ешьте. То отравить. Собачка не кушу. Ну, так сидят, что-то им это не помогает. Да. Зато, чтобы мечты каждого человека сбывались. И наш тоже. Я тут вычитал одну штуку. Что? Оказывается, для нормальной лучше, чем устрица, помогает афродизиак один. А для нормального чего? Для всего. Лучше всяких устриц. Это перец чили с медом. В Азии, говорит,
стали продавать именно вот эти вот. Это перчики, это в меде в баночках. Ты сегодня кофе взял? Я пока не видел. Ты сегодня кофе взял, Honeymoon, с медом. Сейчас салатик остренький скушу. Еще и устрицами полирну. Да, ты мне на что-то намекаешь? О. Нет. У нас две комнаты. Диван раскладывается. Я тебя тут сейчас это... Закроюсь, да? Там, благо, замок открывается, дверь вот эта. На замок. Вова, у меня план сегодня выспаться. Давай без полунамеков. Все. Кстати, не так холодно, но и не жарко. Ну да. Либо мы уже так это, разгорячились? Нет, 26. Я поставил. И тут, и там включил. 2К10 сразу? Да. 26. Мажоры, блин. Нужен пакетик. Это съедим. Да, сначала съедим, потом это. Блин, мне прям очень нравится. Видишь, как семечки грызешь? Они такие сочные вообще. Прям каждый хочет обсосать. Бедная хрюшка. Она была хорошей поросенкой. Вкусная. А кто-нибудь напишет? Каннибалы. Не, слушай, вот так вот дома удобнее. А убрать сейчас вон мусор как кидаем. И все. Мы сейчас вот зашли в этот Family Mart. Все, ну, взяли, короче, губку и моющее средство. Уж посуду помоем. Главное, оценит местных производителей. Она же эксперт по мытью посуды. Я тебе так скажу. Хреново тут средство. Ну. Я уже спать-то хочу. Еще не спала за сутки. 2 часа. А еще надо минимум 3 ролика смонтировать. Самое интересное. У них вроде санкций нету. А фэри в магазинах нету. Тоже. Только местное. Моющее средство. А оно льется как вода. Ну, бей. Толк от этого. Че, наешь что? Да ладно. Такому рыбушки брали. Мясо. Мясо. Дядя. Еще устриц сколько съел. И что, ты хочешь быстрее чистый. Закончить мукбанг? Чистый блок. Девочки, я убоюсь. Что-то он мне так намекает, все. Чего? Типа, да, мне уже ножкой тут под этим сучит. Заканчивай. Кто стучит? Сучит там ножкой своей. Хватит. Никто тебя не трогает. Или это уже немножко? Ножище. Хорошее пиво. Да еще 0,6. Вообще, да. Ладно. Девушка, у меня муж уже... Муж уже не имется. Все. Мы пошли. Обязательно смотрите следующий выпуск. Мы пошли. Давайте.